В поселке Богучаны сгорел деревянный двухэтажный дом. Погибли 3 человека, еще 6 находятся в больнице. Среди них и несовершеннолетний ребенок, который отравился угарным газом. Всего во время пожара из жилого дома эвакуировали 32 человека. Возгорание произошло накануне рано утром. По данным МЧС, дом сгорел буквально дотла. Жители остались не только без крыши над головой, но и без одежды и документов. Всем им предоставили временное жилье. Также в поселке организован сбор вещей. Сейчас температура воздуха в Богучанах около минус 40 градусов. По словам местных властей, дом стоял на балансе муниципалитета и был признан аварийным. В некоторых квартирах не было централизованного отопления, люди грелись с помощью печей. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания, проводится проверка. Еще ведутся работы на месте пожарища и не разобран пожар до конца, поэтому здесь количество окончательно погибших уточняется будет на 16 часов. Принято решение о выделении материальной компенсации, соцзащита по 12 тысяч рублей на погорельца и администрация района по 10 тысяч на погорельца выделяет. Обратились мы также в край с письмом губернатора о выделении материальной помощи погорельцам. Горела кровля дома с переходом на 2-й этаж. Сотрудниками пожарной охраны по лестничному маршу было спасено 6 человек, из них 1 ребенок. В результате пожара сгорел жилой дом на площади 600 квадратных метров. Всего в доме проживало 20 семей, это 46 человек, из них 11 детей.